Добрый день, молодые люди. Меня зовут Эрик Шоков, и сегодня вы попадете в 2005 год, когда Акулбек был популярным стримером, ютубером по CSGO. Все очень сильно изменилось, он ушел в FIFA и в какие-то другие тематики. Но моя цель — напомнить вам о том, что было до меня, до других ютуберов, которые популярны прямо сейчас. Если этот ролик с прохождением карты зайдет, то я буду звать на эту рубрику других ютуберов: Сахар, Адамсон, Семченко и так далее. То есть те люди, которые считаются олдами в CSGO сфере, они будут принимать участие в таких роликах. Мне кажется, это интересно. Поэтому, если вы это ждете, пожалуйста, поставьте лайк. Это очень-очень важно. Сегодня мы с Акулом пройдем карту, которая очень-очень сложная. В ней есть сюжет, есть интересный геймплей, и самое главное, она очень красивая. У меня иногда было ощущение, что я вообще сижу не в CSGO, это какая-то другая игра, дружище, о чем ты? Разработчики карт в CSGO просто неадекваты, они делают уже невозможное на этом движке. Просто легендарно. Приятного всем просмотра. Погнали. Yeah! Всем привет. Да, я жив-здоров, снимаю ролики каждый день. Заходите, подписывайтесь на мой канал. Есть ссылочка в описании. Вау, как... Боже, у тебя вставки из 2005 года, чувак. Ты такой олд, конечно. Супермонтаж. Карта называется «Шторм». Все, давайте запускаться. Моя армия заполонила ваш мир. И скоро всем вам придет конец. Помоги мне восстановить свою силу. Можешь сделать это для меня. О! Чем, погнали? Да нет, акул. А, все, все, все. Работаем, работаем. Дракон охуяй. Это Казахстан? Не, это Грузия, брат. Ты что, не узнал? Погнали! Ребят, нормально? Блять! Акул, я не удивлен. Честно, клянусь, я удивлен. Ты его припрыгнешь? Ты здесь? Чувак, куда тебе глобал? Сумка. Не-не, ребят, я... Если что, она проходит за 2 часа, нам понадобится 4. Что мне делать одному сейчас? Ладно, давайте... Не-не-не, играй, играй. Да, давайте доиграем. Мы смотрим, мы реагируем, вау. О, это что? О, Эрик, ты уже давно таких в руках, наверное, не держал, да? Держи. Да, обычный нож без скина. Да, вспомним, хп. Вспомним былое. Идите, я вас догоню. Эрик, тебя только что обоссали. Ты знал, да, что это будет? И решил сдохнуть заранее. Сука, что здесь происходит? Готовьте, сейчас что-то должно случиться. Давай. Какого хуя? Убейте ее. Мне немножко кажется, что мы что-то не так делаем. Вот паркур. Все, тихо, на шифте, на шифте, на шифте. Работаем, давайте. Чтобы нас бы не слышали. Аккуратно. Акул, я знаю твои способности в КЗ, пожалуйста, прыгай аккуратно. Тихо, тихо, тихо. Ой. На нахуй. Просто нельзя убить. Нельзя убить. Нельзя убить. А, кстати. Что здесь? Сено же? Как я умер? Я сено упрыгнул. Так, раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Сено. Шикарно. Хочу вам напомнить о том, что на сайте GGDrop появились новые кейсы. Они называются UEFA 2020, и они совершенно бесплатные. То есть, если вы зайдете на этот сайт, вы сможете бесплатно открыть каждый по одному разу. Потом уже открытие стоит 200 рублей. К примеру, я этот кейс еще не открывал, это группа B. Окей, нападает 196 рублей, по сути, мы это вложим просто в карман, потому что потратили на открытие просто 0. Да и вообще, бесплатных кейсов и каких-то промокодов на GGDrop достаточно. Они об этом рассказывают у себя в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме и так далее. Ну и я не забываю про барабан бонусов. Нападает буква D на барабане, и когда мы соберем полное слово, мы получим один из этих бонусов. У нас 8400 на балансе. Я уже сколько интеграций не открывал дорогие кейсы. Давайте откроем мистер кейс 5 раз подряд. А 2700 и один токен. 1100. Не-не-не-не. Да, уже лучше. Не-не-не-не-не. И давайте просто добьем сегодняшнее открытие. Она падает 2000 рублей и плюс еще второй шанс. Так, и я сейчас это все пихаю в контракты. Ох, боже, все. Ссылку на GGDrop я оставлю в описании. Ну, а мы идем дальше проходить карту вместе с акулой.
проходим. Давай, мимо. Я левого, стой, правого. Не, 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 может, ну, по сути, да, можем убить. Готов? Ты, я правого. Да, раз, два, три. Че, не хорош, убрали? Парни, а, жесткие. Да, не умирали. Поехали. Опа. Убивать будем? Можно? Не, бесполезно, 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 не тратить. Ой-ой-ой-ой-ой. Ура, чекпоинт. Проснись. Ух, страшно. Ваши ставки, акула умрет или нет? У меня ставка, что он умрет. Хорош. Блядь! Бля, почему она дальше застряла, блядь? Акула молодец. Ой, легчайшая, ребят, как вы не можете это пройти, блядь? С первого раза. Так. Ой, я уже все нажал. Этот. Выглядит как алхимическая лаборатория. Может, она еще работает? Очень интересно было почитать. Прикладом. Поплави еще не будет. Ебашь, Эрик. Что мне делать? Стреляй в него, стреляй, Эрик. А, это катсцена, надеюсь. Не, это не катсцена, брат. Стреляй. Это не катсцена? Энтэ, Эрик. И как мне его убить? Это мы отсюда пришли. А это что было? Это короткий путь, парни. Подожди, он нас байтит. Нажмите на все кресты. На все кресты нажмите. Что такое? Эрик, просто надо в них пойти. Какой байтер. Ладно, давай. А, подожди. Это последовательность запоминать. Тут все, я понял, последовательность. А, шипы вышли. А в прошлый раз акул случайно открыл. Первого раза открыл? Да. Поехали, работаем. Убиваем просто максимально быстро его. Так, раз, два, три. Ты выжил? О! Хорошо! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Черт. Я уже 3 часа ищу эти два артефакта, они должны быть где-то в... Чё за алтарь? Алтарь пустой. Смотрите, вот сюда надо. Здесь по таймингу надо пройти. Я предлагаю выбить на скорости. Красавчики. Без комментариев, пожалуйста. Пройдите один и, возьми, и нажмите на рычаг. Жаки, выпей зелье и нажми на рычаг. Мой труп так и сидит. Найс у меня лутает. Да, что сделай, ну что дает зло? Там легко, я просто... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А. Ну там ловушки отключишь и заберешь. Как же он спидранит. А ты тут был? Не помню. А, сейчас да, все горит, да. Сейчас. Подожди, подожди, зелье скорости. Да, да, точно, хорош. О, какой же умный акул. Так. Молоту сразу же сгорается. Легендарно. Меч, куда дальше, парень? Меч пакости. А, к алтарю, это да, назад да, тебе. Да. Вот наши трупики. Я уже 3 часа ищу эти два артефакта, они должны быть где-то... А два артефакта он написал? А у меня один. Ну, правее, правее. Да, они мертвые. А, нет. И пизда. Эрик Шоков, 2 КЛ, чекайте. Ой-ой, Эрик. Как же хороший Эрик. Вон два меча. Воу-воу-воу, бери.
Ой! Гантрапа, ловушка была зла, что ты сбоку. Не бойся, что ты? Можешь ящик подкрыть еще. Булава позора. Булава позора, Эрик. О, пожалуйста, чекпоинт, пожалуйста. Та-дам, та-дам, та-дам. О, у тебя проблемы. Что? Обернись. Ой-ой-ой-ой-ой. На. Хорошо, что я умер. Удачи. Надеюсь, чекпоинт будет. Ой, или нет? Нет! Это шутка, это просто какая-то шутка. Это просто какая-то шутка. Эрик, 2 Кейла, Эрик, давай! Это просто шутка, чувак. Давай, Эрик, мы верим в тебя, давай. Это просто какая-то шутка. Как же он лутается, даже в сражении с боссом лутается. Лезь, давай, хэдшот, хэдшот, он легкий босс. О! Даг, ты убил Дага. Бля, Эрик, я бы на твоём месте извинился как минимум. А, мне в голову дали. Ай. А, меня выкинуло! Какого хуя меня выкинуло? Меня тоже выкинуло. Вот, чекпоинт, чекпоинт, пика, просто проживи до чекпоинта. Да, давай, пика. Говно миссия какая-то. Очень сильно лагает. Я живу. Подожди, вот сейчас, по-моему. Прыгай. Спрыгивайте! Нахуй спрыгивай! Все, отлично. Чё там? Бежать? Ааа, блин! Блять! Все, пошли сюда. Вау, это круто. Это очень сложно. Блять! Сука! Ну это не просто на самом деле. А тут что? Ребят, ну это сложно. Как? Я пикал. Как? Это легендарный человек. ДНТ. Куда? У тебя 20 хп. Сюда? Не-не-не-не. Да, веревка. Вот! Поднимайся наверх. А, легко. Меня выкинут, я проверяй. Выкинут. Это казах, я бы ему не доверял. Ой, осуждаю. Я же сказал, блядь, не доверяю. Ладно, не надо такие вещи говорить. Вот Станус. Ай! Я знал, что что-то будет не так. О, смотри, написано хуй. Акула, какие вещи ты замечаешь? Никто не заметил. Это Вин Дизель. Да, похоже. Так это он и есть. Последний заезд. Вот этот самоцвет кому-нибудь. А выручку поели пополам. Все, я продал. Отлично. Дверь открыта. Отец! Этот сдал нас. Винди. Говорил, надо было отпиздить. Этот человек вор. Это какая-то ошибка. Вот что я нашел в его кармане. Макбук. А это еще ты че? Сейчас узнаешь. Задэмбл, смотри. Садись. Сады, фарсаж. Бля. Боже. Что? Я не буду. Сядь на ёбаную бутылку. Пожалуйста, не надо. Садись на бутылку, живо. Хорошо, 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 все, все, я понял. Блядь, не показывает. Ой, блядь! Зачем ты это настроишь, выказал? Ну все, довольно. Этот, у него все это время был Зигл. Хуярит! Все промахнулись. Перезаряд. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Наш билет. Вот это прикольно, что в CSGO, да? Да, да, да. Хуйню сделать. Я сейчас, я только сейчас, ты мне напомнил, что это CS. Мне говорили, что тут можно будет выбрать окончание. Да ладно.
типа стать, либо... Это ведьмак. О, это ведьмак! Чего я хотел? Че, рычаг ебашим? Ребят. Помочь. Нет! О! Бля, я чуть запретку не сказал. А, хорошо. Достал нож, режь. Минус ЛД. Как смешно он упал. Как в индийских фильмах-то. О, нереально ожили. Какую-то он... Перекосил Игеру. Директор by STS. Спасибо большое. Да, спасибо. Приятно было поучаствовать в этой движухе. Спасибо, Эрик Шоков, что пригласил меня. Ребят, акулу не звали в ВКС ролики уже 4 года. Если вам понравилось это прохождение, как это мы делали, вы можете поставить лайк. Ссылку на эту карту я оставлю в описании. Можете попробовать с друзьями. Главное, не показывайте им концовку и что-то подобное. Без спойлеров. Спасибо большое всем. Моя оценка этой карте — это 6 баллов. Посмотрим, что у нас будет баллов, дальше. Да. Карт очень много, тем более от этого разработчика. За старание, плюсик. Я видно, что он старался. Да. Я уверен, у него есть лучшие карты. Если вы ждете такие же карты, то ставьте лайки, пишите об этом в комментариях. А мы прощаемся. Предлагаю посмотреть мой другой ролик, который прямо сейчас у вас на экране. Нажимайте и переходите. Пока. Все, всем пока. Adios, amigos.